Сразу вспомнил тот анекдот, помнишь, когда люди в поезде едут, один спит, пытается спать, это советский период, а другие бухают и рассказывают политический анекдот. Так они его затрахали, он вышел вроде в туалет, сам подходит к проводнице, говорит, слушай, вот сейчас через 5 минут ровно, вот давай часы сверим, принесешь чаю, вот тебе 3 рубля, ну тогда нормальные деньги. Дал ей 3 рубля, раз смотрит, ага, время подходит, он говорит, что вы тут анекдот политический рассказывают, вас же слушают, дураков, вот сейчас потом вас всех сластают. Они говорят, да никто не слушает. Он подходит к розетке, к выключателю. И, товарищ майор, скажите, что принесли чаю. Раз через полминуты дверь открывается, проводница чай заносит. Все раз легли, замолчали. Но он уснул, утром просыпается, никого нет, выходит проводница. Он говорит, я так прикололся над ними, вы знаете. Она говорит, да-да, товарищ майор, так смеялся, так смеялся.